Совместная группа пиротехников МЧС Азербайджана и России продолжает операцию по разминированию освобожденных земель. В результате проведенных работ обыскано более 9 гектаров земли, а 3 гектара полностью расчищены индивидуальным поиском. За это время было обнаружено и обезврежено 340 мин и 3 неразорвавшихся боеприпаса. 195 мин были противопехотными, 145 – противотанковыми. Русская Федерация пиротехниками. С помощью двух роботизированных механизмов более 3 гектаров освобожденного Агдамского района расчищены от мин и боеприпасов. При этом продолжается учебный процесс с коллективом из 30 человек. Теоретическая часть учебного процесса уже завершена. Начались практические занятия персонала, задействованного в обучении.